Ударные раскопки по Северной Америке. И давайте пойдем. Давайте вот так вот пойдем. Вот такой вот какой-то командой. И давайте шустрик возьмем. Вот эти два парня быстрые. Так, а кем будем начинать? Даже вот и не знаю. У кого тут есть опережающий удар? 129, кстати, довольно быстрый. Ладно, давайте посмотрим. Сейчас что-нибудь нарешаем. Ну, давайте с него начнем. Он, по идее, довольно шустрый. На уровне. Тут равенство, по идее, да? У них тоже 120... Не, у него 128. Тогда... А, я его просто уничтожаю. Ха! В общем, изи-катка. Уникальный гибрид все-таки против редкого ютораптора. Так, против этого парня. Давайте первый удар мы примем на себя. Он самый слабый. Ну хотя нет, он там не самый слабый будет. Но должны выжить, по идее. Вот полтора урона. Ай, кританул. Блин, ну я хотел кровотечение, а потом ослабляющий удар. Ну ладно. Ардентис у нас побыстрее будет. А какая у тебя скорость-то, дорогой? 109, что ли? Ну, я вот пытаюсь просто показатели увидеть. 108. А у тебя 102. А, ну тогда чао. Рекса. Два косаря. Ардентис и Джемини часто находятся в топе у команд. Я его даже качнул. Как видите, у меня 24 левел. Ну давай. У нас броня не кислая. Не, слабенькая. 15% всего лишь. Но зато двойной урон. Еще и крит. А шанс крита какой? 30%. Ну, Ардентис мне всегда нравился. Джемин не так, а вот Ардентис молодец. Монастига Топса еще можно, в принципе, качнуть. У меня дофига клеток, короче. Из чего можно это все дело соорудить? О, Таникола Греуса насыпали. Кстати, куда-то там не Таникола Греус нужен. Давайте сейчас посмотрим, что мне по команде. Допустим, где я у кого, в кого упираюсь. Здесь не хватает редких эрликов. Ардентис. В кого упирается Ардентис? В аргентинозавров редких упирается. Магнипиритор. В кого упирается? В ирритаторов редких. Вот этого парня я могу, по-моему, качать. Да, тут у меня как бы без проблем везде. Что здесь? Здесь эпические эрлики или как там есть? Да, эрли доминус. Тардеозавр в кого упирается? В обыкновенных тарбозавров. Мне просто не то, что как бы их тяжело наловить, в смысле найти. Их легко найти, но тяжело наловить. Как бы неохота мне их там сотнями ловить. Я лучше так себе потихоньку добавиться, я качнусь. Так, что здесь у нас? Здесь как бы я качнул его на 29-й, и в принципе ничто нам не мешает качнуть его и на 30-й. Но я просто не тороплюсь тратить деньги, это было 200 тысяч, чтобы качнуть его на 29-й. На 30-й это будет где-то 220 или 250. Потому как бы не спешу, надо команду больше собирать, подтягивать уровень отстающих существ. Так, ну здесь у нас максимум. Это у нас единственное существо максимального уровня. И это уже было сделано давно. Так, вот этот парень у меня упирается в дракорексов обыкновенных. Вот, Кецеля, я помню, что-то качал. Кецель в Таникола Греуса у меня упирался. Кецарион. Они тоже, кстати, часто в топе он участвует. В принципе, вот мне насыпало 6000 на Таникола Греуса. Вы, опять же, они обыкновенно, ловить их бессмысленно. Редких кецекатлей немножко наловил. Ну, мы тоже упремся в итоге в редкого кецеля, скорее всего. Сейчас мы потратим максимум, что можем.
на арене я не сражаюсь, как ни странно, да. Сколько я играю в эту игру уже, не знаю, там полтора года или сколько, а на арене я практически не сражаюсь. Ну, нету времени на это дело. Так что... Так что, как говорится, в этих боях я тут не специалист. В Jurassic World The Game там все понятно, я все знаю. А вот здесь времени не хватает разбираться в том, каких существ, как там использовать, кто кого дополняет, усиливает и прочая лабуда. Так, ну это я вам показал. Что там еще такого? Что у нас, допустим, здесь? Здесь проблем нет. Можно качать Тенента. Юта упирается в дракорексов редких. Ну вот, в общем-то. Так, вот эти Дилархейрусы. Ну, в принципе, нормально. У меня 23 тысячи. Нормальный парень. Ну, за 80 давайте качнем его на 24-й. То есть здесь проблем вроде как нету. Но 20 тысяч закончится тоже быстро. Так, для этих парней, ну, тоже закончится быстро редкие дилосы. В общем-то, я смотрю, у нас большинство существ упирается именно в редких. Упор на редкие существа идет. Так, вот эти вот парни, кстати, не знаю, чем они такие красивые, гриполиты. Что у них такого суперского? Первый шанс... Оглушение 100%. А вот это, за счет этого удара, наверное, они популярны. То есть опережающий удар с оглушением. Цель получает защиту от замены на два хода. Но с другой стороны, он же урона не наносит, этот удар. Потом первый ход. Очищение и регенерация. Одинарный урон. И так, пассивное умение. Контратака у него типа хорошая, да, на четверть. Ну, не знаю, блин, а чем он так хорош. Но он много у кого в команде. Ну вот, монастигатопса я могу качать. У меня тут 12 тысяч эпических иммонолофозавров. И стегоцератопсов. То есть, в принципе, вот этого парня можно качать довольно высоко. Там, может, и к максимуму можно будет его прокачать. Ну, просто много денег на это уйдет. Много денежек уйдет, но по генам вроде все нормально. Так, этим я займусь тогда уже за кадром. Так. Ну, вот такая вот у нас, короче, ситуация сейчас. Что у нас там еще интересного? Ну, вот эти парни вот упираются в носу тацератопсов. У меня их нет. Так, ну давайте глянем список лидеров. Смотрите. Гриполит вот этот. Кецарион. Вот, смотрите, здесь у него нифига себе, индораптор уже 29 уровня. Легендарный. Не эпический, не, точнее, не уникальный. Ну, дракорекс. Вот эти парни у меня вот все есть. Понятная команда. Здесь монастигатопс вот уже есть, как видите. И опять же, да, позаменяли. То есть, как ни странно, да, то есть уникальный гибрид оказался хуже легендарного, да, красного. Это мы речь ведем про индораптора. Ну, дракорексов тоже тяжело прокачивать. Здесь все понятно. Ну, гриполиты есть везде практически. Вот здесь Ardentis Maxima, Gemini Titan. Ну, это кто-то такой экспериментатор даже сюда вот это вот сумчатого льва впихнул к себе. Ну, вот команда, как видите, одинаковая практически. Ничего такого особенного нет. Ну, вот нестандартное решение. Ну, так потихоньку, короче, качаемся. Ну, тяжело противники находятся как-то. Вот. Заходишь, ждешь, никого не находит. Не знаю, это, наверное, от времени суток, может, еще зависит. Надо будет как-то это отследить. О, у нас есть какой-то противник, но он сейчас нам надерет задницу, скорее всего, потому что я не сражаюсь, не шарю, скажем так, в этом вопросе. Кого бы там...
вместо кого использовать, да, какие удары хорошо комбинируются. Ну, нет практики, ребята. В этом вопросе нет практики. Так, ну давайте от защиты. Ну, опережающий. Но у него удары сквозь броню идут. А, он по факту нейтрализовал это мое все дело, да? Хотя нет, нет. Ну, щит ставить мне сейчас бесполезно, как бы я его переживу. Я его просто добью. Полтора урона, не так страшно. Как довольно слабый противник нам попался. Может сейчас 4200 очков, которые есть у меня, это вообще-то типа там даже слабые противники. Может мне будет сейчас легко продвинуться повыше. Может противники перебалансились как-то. А ну-ка. Ну да, типа вроде как невысоких уровней эти ребята. Так, ну он, да, пробьет. Пробил таким. Так, кем пойдем? Ну давай Эрлика с Пиксом попробуем. Мы быстрее и... Ах, чуть-чуть не добили. Блин, неплохо. Зарядил он в нас. Давайте ускоримся. Если вдруг более быстрое существо попадется нам. Тарадалозавр. Ну, это парень, конечно, мощный. А, ну, вот так, в принципе. У него сейчас доступно опережающие... Опережающий паралич у него доступен сейчас. Вот так вот. Вот это лучший выбор. Он сейчас его, скорее всего, использует. А, на три Астроникса сменился. Ну, в принципе, все. У нас иммунитет. Мы быстрее, и мы победили. Ну да, слабый противник попался. Там, 20 уровня по факту. Ну, может, тогда стоит мне посражаться. Поднабрать очечков побольше. Напишите, ребятки, в комментариях, как сейчас обстоят у нас дела. В общем-то, с моими очками 4200, насколько будет легко продвигаться вперед. Плюс 4 нам дали, неплохо. Мирагея, Арамбургериана и Пахицефалозавр. Ну, на этом, ребятки, все. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.